25 октября состоятся очередные выборы в местные советы. Сегодня мы решили поехать в столицу украинского Придунавья, в славный город Измаил, чтобы встретиться с экс-нардепом от нашего 143-го округа Александром Урбанским и узнать его мнение о перспективах нашей родной Бессарабии в связи с административной реформой. И вообще о реформах в стране, которые ведут слуги народа. Александр Игоревич, вы были народным депутатом Украины предыдущего, 8-го созыва, и принимали для страны знаковые решения. Да, действительно, именно мой 8-й созыв парламента инициировал проведение важных реформ страны, на которых сейчас активно, к сожалению, пиарится уже новое правительство. Например, важная, по моему мнению, это реформа децентрализации, которая привела к наполнению областного бюджета, а также бюджетов наших городов и сел. Благодаря моей активной работе мы привлекли средства также из государственного бюджета, что позволило в разы увеличить объемы строительства и ремонта объектов социальной сферы, благоустройства, опять же, и городов, и сел на моем 143-м избирательном округе. Сегодня уже заканчивается строительство дворца спорта, к примеру, и детского садика вот «Светлячок» в Измаиле. Уже открыты и действуют амбулатории в Старой Некрасовке, в Софьянах, а сейчас у нас на подходе амбулатория в Керничках. Проведены многочисленные строительные работы по школам и детским садикам Измаильского и Ренийского районов. Кроме того, мы успели утеплить фасады школ, детских садов, благоустроили внутренние и школьные дворы и городской парк в городе Рени. Значимый для нашей страны еще один закон, я считаю, это закон о дорожном фонде, благодаря работе которого была построена трасса М-15, Ренийская окружная и многие другие дороги. В этом законе заложен механизм, на котором сегодня пиарится нынешняя власть и называет его «большая стройка». По закону механизм не предполагает использование попавших в дорожный фонд денег куда-либо, кроме ремонта и строительства дорог как государственного, так и местного значения. И эти рассказы о том, что заложено в бюджет баснословные суммы, грандиозное строительство дорог в этом году, это не что иное, как пиар на чужих заслугах. Механизм дорожного фонда предполагает увеличение суммы строительства из года в год. Приведу конкретные цифры. За первый год существования дорожного фонда накопилась сумма порядка 35 миллиардов гривен. В этом году в государственном бюджете заложена сумма на строительство дорог, строительство, ремонт там, дорог в 65 миллиардов гривен. И когда говорят о том, что это баснословная сумма и никогда никакое правительство его не закладывало в бюджет такие суммы для строительства и развития вот дорожной инфраструктуры нашей страны, это не совсем правда. Это не правительство заложило. Это заложил закон о дорожном фонде. Поэтому хочет власть это делать, не хочет власть это делать. В соответствии с законодательством эти суммы будут там накапливаться. И никуда не могут быть потрачены, кроме как на строительство дорог. Это, можно так сказать, защищенная статья бюджета. Как вы вообще оцениваете политическую и социально-экономическую ситуацию в стране сегодня? Суть запланированных реформ существенно изменили. А где-то от реформ осталось только одно название. К сожалению, я вижу непрофессионализм нынешнего монобольшинства и, как следствие, то, что они не могут выработать комплексные решения. В результате вместо такого, знаете, всестороннего профессионального обсуждения вопроса начинается хаотическое тушение повсеместно возникающих пожаров и попытка продавить неподготовленные или сырые решения. Плачевным примером является противодействие пандемии COVID-19. Смена министров здравоохранения, непоследовательность решений правительства привели к тотальной неготовности больниц и незащищенности врачей. Приведу пример. 70 миллионов гривен, предусмотренные в бюджете на реконструкцию Измаильского аэропорта, были направлены на борьбу с пандемией.
70 миллионов гривен, они уже были согласованы непосредственно вот моим братом Анатолием Урбанским, как уже действующим народным депутатом от 143-го избирательного округа, в бюджетном комитете, уже прошли все согласования, эта строчка уже в проекте бюджета была записана, этот бюджет даже был проголосован, и эта строчка туда попала. Но потом, когда случилась, к сожалению, конечно, вот эта пандемия, были приняты изменения в бюджет, и монобольшинство своим единогласным решением порезало все социальные выплаты, бюджеты социально-экономического развития, и все направили на борьбу с коронавирусом. Конечно же, это нужно было сделать, но, к сожалению, для нашего города мы понимали, что в перспективе у нас уже был бы аэропорт. А в конечном итоге, после того, как эти деньги убрали из бюджета, их там как-то распределили, направили, да, там, на борьбу с коронавирусом, почему-то ни копейки из государственного бюджета к нам сюда не попало. Только активная работа со стороны благотворительных фондов, таких как Клуб Ротари, Корпорация Монстров, благотворительный фонд Урбанского Придунавья, обеспечили медиков защитой и оборудованием по сегодняшний день. Еще одна очень большая проблема на данный момент, как для меня, гражданина Украины, вот, это закон о продаже земли. Надо сказать прямо, слуги украли землю у крестьян. В 8-м созыве, когда были попытки принять закон о продаже земли, ну, тогда снять мораторий, вот, я за это никогда не голосовал, я это категорически не поддерживал. И мнение моего брата, тогда главы областного совета, совпадало с моим мнением. Вот, и сейчас уже как народный депутат в составе группы «За Майбутнє» со своими коллегами, они очень яро отстаивали позицию украинцев и в первую очередь, конечно же, наших избирателей, потому что во время предвыборной кампании этот вопрос очень часто задавался и спрашивали, вот как мы относимся к снятию моратория на продажу земли. Категорически отрицательно. Это делать категорически нельзя. А по следующей инициативе обложить налогом в 6 тысяч гривен пайщиков, особенно в условиях засухи в Бессарабии в этом году, даже говорить, честно говоря, не хочется. Это прямая попытка надавить на людей для того, чтобы они начали продавать свои паи большим корпорациям, либо там иностранным каким-то инвесторам просто за бесценок. К моему великому сожалению и нашему всеобщему огромному ужасу, я считаю, этот закон уже был принят в первом чтении. И вместо того, чтобы принимать комплексные решения по борьбе с засухой, разработать это не просто на локальном уровне хотя бы, а на государственном уровне, что мы видим? Одни обещания и никакой помощи. Это, конечно же, далеко не все проблемы, которые существуют на данный момент в нашей стране. А в общем, можно сказать, что те надежды, которые нам давали, канули в лету. Мы не видим привлечения инвестиций, высоких зарплат у учителей, ну и вообще окончания эпохи бедности. Поэтому у нас сейчас в преддверии местных выборов есть уникальная возможность сплотиться всем вместе и сделать так, чтобы мы здесь, на местах, отстаивали наши интересы и хотя бы как минимум на местах постарались сохранить положительные изменения, которые были на протяжении нескольких прошедших лет, сохранить это. Да, местные выборы, они не влияют в целом на государственную политику. Но это те люди, которые здесь смогут на местах отстаивать интересы своих избирателей и наших граждан в целом.